поля сожжены. Осталась груда кирпичей и шеи глиняных печей. На месте прежних сел глиняная печь свое проклятие шлет тому, кто дом крестьянский сжечь отправил самолет. Изба, где век жила семья, шутя, разрушил враг и уцелела от жилья его душа очаг. Из праха города, сожженные колхозы, бегут
постройку поезда и свищут паровозы.
шваткая в утреннем свете, каждая буква видна. Thank you.
ребят по улице Парижа. Шаги их четкие звучат отчетливей и ближе. Идет отряд вай-ай-вай-ай, отряд детей отважных. Над ними реет транспарант из красных лент бумажных. Полночь тайный разговор дельцы ведут в эфире. Окей, отправил Вашингтон в Европу сотни тысяч тонн. Идут в Марсель, идут в Брюссель, в Руан, в Дюнкерк, Тулон. Под сотней пломб запасы бомб, смертей 100 000 тонн. Окей, отправленную кладь судов военных грузы сегодня будут выгружать бельгийцы и французы. Они давно работы ждут, народ они голодный, и за любой возьмутся труд, когда и где угодно. Но гордый слышится ответ из гавани французской: у нас в порту сегодня нет рабочих для разгрузки. Решение приняли одно – бельгийцы и французы: для безопасности на дно отправить ваши грузы. Ступайте прочь из наших стран, в наш огород не лезьте. Пускай Шуман или сын Ман отчалят с вами вместе. Пора вам с острова Тайвань и с берегов Кореи к себе домой за океан убраться поскорее. Не заслонить вам свет дневной тревожной тенью ночи. Весь мир готов к войне с войной, весь честный люд рабочий. Чтоб голос воющих сирен не возвещал тревоги, решилась лечь Раймонда Дьен на полотно дороги. Пред ней со скрежетом колес в пути меж полустанков
Остановился паровоз с тяжелым грузом танков. На свете нет прочнее стен, чем те живые люди, что могут, как Раймондо Диен, орудие встретить грудью. Могучим и дружным усилием рассеет тревогу земля, так смерч разлетается пылью от залпа с бортов корабля.